Уже дома и столкнулся с такой проблемой, как и многие хозяйки и хозяева, когда мы приготовили, осталось много жира, и вот как раз вот этот наш универсальный набор антижир, да ой, жир, пришла весна, вот он у нас как раз есть, у нас три флакона продается за 790 рублей, то есть, еще раз повторяю, 1, 2, 3 за 790 рублей. А что у нас очень важно, вот Оксана как раз мы вспомнили, что это у нас опять майн-либ, а это значит, у нас нет ни хлора, ни фосфатов, и мы без хлора, а ведь обычные чистящие средства, вот я для всех не секрет уже, что обычно хлорка у нас, хлорка и хлорка. Здесь у нас ничего. Оксаночка, расскажи. Здесь бобили, у нас давай, ничего. Давай этот жир мерзкий, я который у нас секрет. Вытрем. Я очень ленивая женщина. Я тоже люблю готовить, но я люблю готовить быстро. Я так. Работающая мама, я не люблю убирать. Я не люблю кучу грязной посуды. Вот я буквально залила. Я оставила буквально на 5 секунд свое блюдо. На 5 секунд я оставила блюдо. Раз, посмотрите, провела. Вот я хочу просто, чтобы вы видели две половины, чтобы вы увидели разницу. Все, так. Блюдо у меня абсолютно чистым. Так. Да, почему я показываю блюдо? Потому что вы понимали, что это средство абсолютно экологически безопасное, угу. универсальное. Угу. Вы можете чистить как блюдо, так и кафель на кухне. Предположим, у вас на кафеле, да, у нас постоянно над плитой. Когда готовили, ага. На кафеле. У нас какая-то, да, у нас нехорошая грязь у нас, да? Нехорошая грязь у нас. Это у нас кафельная плиточка. Вот я хочу показать, что абсолютно легко. Вот у нас две, да, вот я внизу пока показываю, вот разницы, да. У нас здесь абсолютно чистый кафель, чтобы вы видели разницу, чтобы вы поняли. Вот такой кафель у нас был, вот такой кафель у нас стал. Вот у нас две разницы, посмотри. То есть этот гель у нас антижир подходит для кухонных, для вытяжек, для духовок, для микроволновых печей, для блюд керамических. То есть это для всего. Там, где у вас скопился жир, просто-напросто брызните пару пшиков достаточно. Да, средства у нас тоже концентрированные, экологически безопасные. То есть даже тупо посуду, из которой вы кушаете, вы можете ее почистить. Даже сковородочку керамическую можете почистить. А вот я как раз почистить. Я попробую. Вот я обычное средство у меня всегда было, я не буду называть бренд, дабы никого не парить. Вот где как раз содержится хлорка. И вот я столкнулся с проблемой. Я помыл. Вроде бы все оттер, вроде бы все случилось. Но когда готовить же не будешь, помнишь, какой хлорный запах обычное средство оставляет? Да. Это же нужно. Я потратил какое количество времени, чтобы все это отмыть, замыть, чтобы никакая хлорка у нас не осталась. А здесь, благодаря этому средству, здесь же нет ни хлора, ни фосфата. Вы спокойно протерли. Жир исчез, и вы можете сразу готовить на этой поверхности. Сразу можно в этой вот нашей формочке для запекания уже что-то готовить, потому что здесь не осталось ничего вредного, потому что майн-либо заботится о вашем здоровье, о вашей семье и дарит вам любовь. Ребятушки, это то, что